В четверг Следственное управление регионального УМВД подвело итоги работы за прошлый год. Как рассказал на брифинге замначальника ведомства Андрей Мешков, количество уголовных дел, находящихся в производстве, выросло почти до 40%. Настолько же за прошлый год увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Старались активно работать по организованным преступным группам. Мы в 2015 году привлекали 42 лица к ответственности, предъявляли обвинения. Из них 25 лиц уже в суд ушли, остальные остались в производстве у нас на сегодняшний день. 25 лиц привлечено по 66 преступлениям.